Для борьбы с фитофторозом, септориозом, макроспориозом и другими бактериальными грибными болезнями, потому что томат очень сильно поражается именно болезнями, не столько вредителями, сколько болезнями, значит, мы делаем обработку одно- или двухкратную ридомилом МЦ. Очень хороший препарат. Значит, если нет вот в июле ливневых дождей, нет опасности поражения растений септориозом, мы делаем обработку в конце июля, 25 или 2 августа. Делаем обязательно. Если даже нет признаков еще, профилактически мы обязательно делаем эту обработку.